Доминик Торетто. Доминик Торетто. Доминик Торетто. Он так и называется, этот фильм, Доминик Торетто? Это имя главного героя. Главного героя? А фильм называется «Форсаж». Всем привет-привет! С вами сейчас Даня Соколов. И Павел. Мы сегодня расскажем вот про этот набор 42-111. Это Dodge Charger Доминика Торетто из фильма «Форсаж». Дань, отрежешь клапана аккуратненько. Данька «Форсажи» у нас не смотрел еще, да, Дань? Ну, я не очень люблю фильмы. Я предпочитаю мультики. Ого, что это тут сразу такое? Да, рамка, прям отдельно, одна деталька. Вот тут даже четвертый пакет. Пятого нету. Слушай, вот таких колес у нас еще не было. Да, и они прям отдельно еще идут. 56 миллиметров. Интересно. Угу. Давай мы сначала посмотрим инструкцию. Ну, давай. А потом приступим к сборке. Инструкция, смотри, упакована. Как в Вольве. И наклеечки тут тоже, видишь, чтобы не помялись они? Ну да. Это решетка. Я вижу. Решетка радиатора. А это номер сзади. Сзади номер. Посмотри. Толстая инструкция. Ну, думаю, не больше, как в Вольве. А сколько ты шагов, интересно? 300. А, нет. 358 шагов. 358. Вот оригинал здесь показан. И... сравнение. И разные. Из разных форсажей. Да. Тачки. 2009. Форсаж. Вот это, конечно, страничка интересная. Ну что, давай посмотрим, что у нас. 4 шага здесь, правда? Давай. Сколько у нас пакетов? Да, 4. Оказывается. Значит, первый и второй шаг это у нас будет, ну как сказать? Будет ходовая часть. Ходовая часть, да. А дальше... Кстати, это не на радиоуправлении, потому что я тут заметил, что сзади прям шестеренка есть. Она уже вот в третьем пакете устанавливается. Это у нас будет привод двигателя, да? Да. Большой V8 с воздухозаборником, торчащим из капота, будет здесь рабочий. Ага. Он будет тоже в третьем пакете собираться. Ну давай, приступаем к сборке. Собрали мы два первых пакета. И у нас полностью готова ходовая часть. Шаська наша, да. Да. Мы собрали рулевое. V8 стоит. И еще цепь. Не знаю, для чего. Это привод двигателя, да? Или, может быть, привод, знаешь, там, компрессора, допустим. Хотя у него сверху торчит воздухозаборник. Не знаю, компрессор тут. Ну, должен быть на такой мощности. Если... Да, на такой мощности... Когда стартует этот спорткар, то тогда он берет и встает на дыбы. А потом берет и спускается, и дальше едет. Да, очень мощный чарджер у Доминика Торетто. Так, что, Даня, по ходовой подвесочка как тебе? Подвеска вот тут вот. Она хорошая, мне показалось. Ну, если мне так не кажется, но она спереди не зависима, а сзади мост. Сзади не разрезной мост, да, как в американских тачках. Вот. А на Форде какой у нас был движок? V6. Этот... Чуть-чуть отличается. Этот помощнее будет? Да. Вот почему он встает и
стартует, он лихо, да? Да. Мне очень нравится эта функция, и вот эта цель тоже нравится. Дальше будет еще красивее, будет воздухозаборник. А еще будет весь апгрейд, ну, то есть ходовая часть. Сейчас мы будем собирать третий пакет с четвертым, тоже не будем перерыва делать. И в конце уже покажем готовую тачку. Тачку. Погнали? Вот мы собрали все четыре пакета. Вот так это выглядит. Эта машина в черном цвете выполнена. Ну и как тебе вообще визуально нравится этот набор? Да, мне этот набор очень нравится. Тут даже вот это крыло даже выполнено прям скошенными деталями, как будто как у настоящей. На самом деле, когда смотришь просто на картинки, набор кажется страшненьким, а когда его соберешь, такой он красивый. На самом деле прикольный. Да. У нас здесь есть баллон с красной закисью азота. Также еще пару баллонов, не такие опасные, расположены в багажнике. Это чтоб подпустить, когда нужно поехать побыстрее. Да, или, допустим, со старта, если хочется сделать вилли, да, Дань? Да. Если чтобы со старта... Тогда нам пригождается вся вот эта вот закись. Закись азота. Классно выполнена задняя часть. Фонари такие красивые, они как бы спрятаны. Да. Тут, кстати, техник смешан с... Lego System, да, который у нас в City наборах часто встречается. Вот вся морда выполнена. В System. Из System, из серенького. А еще, не весь, конечно, но зад тоже чуть-чуть из System выполнен. Давай, Дань, быстренько по функциям пробежимся. Значит, двери. Багажник, капот. Кстати, я сам догадался, в инструкции не было. Рулевое управление и рабочий макет двигателя. Да. Сейчас покажем. Ты покрути дифференциал, тогда будет крутиться движок. Да, вот видно, красная шестерня двигается. Цепной привод. Да, а еще тут есть поршня, и они тоже работают вместе с... Тут как настоящая машина. Тут есть даже движок. Это воздухозаборник. Также у нас здесь есть сзади ролл-бар такой, каркас безопасности. Двери без рамок, одна форточка только, классно, да, смотрится. Выполнен. Классно обыграна безрамочная дверь. Вот такая форточка только одна. Интересно. Я думаю, что в ближайшие несколько дней кто-то будет играться тут усиленно с этим набором, да, Дань? Да, на радиоуправлении. Ну, радио пока нету. Пока так, поиграешься без радио. Ну да, и так. Ну что, на этом у нас сегодня все. С вами был Даня Соколов и Павел. Всем пока-пока. Я начну. Давай.